Здравствуйте, ребята. Ну, мы вернулись с нашего отдыха. Наступили пока обычные рабочие дни. Правда, эта неделя у нас короткая. 4 рабочих дня. Пятница выходной. 3 июля это День независимости Республики Беларусь. Ну, оно, конечно, не относится к Америке. А вот 4 июля, как многие знают, это День независимости Соединенных Штатов Америки. С чем я вас всех и поздравляю. Кому это, конечно, интересно. На этот раз праздник выпадает на субботу, поэтому практически у всех выходной будет в пятницу за счет субботы. Ну, примерно такая же тема, как в России, просто не, ну, как бы не с таким фанатизмом. Поэтому пятница, суббота, воскресенье у большинства выходной. Я, кстати, не знаю насчет государственных организаций. По-моему, тоже выходной. Надо спросить. Кажется, выходной. Поэтому 3 дня все отдыхают. Да, должен быть выходной. Так, что это здесь происходит? Не понял. Ага. Ремонтируют заезд на дорогу. Ворота ремонтируют. Вот эти вот будки все. Угу, нифига себе, они там, они тут реально ремонт мутят. Но это хорошо, а то здесь асфальт так себе, конечно, качество плохого. Только зачем здесь еще и пожарная машина стоит, я чуть не знаю. В общем, праздник к нам приходит, господа. Будем отдыхать, будем шашлыки там какие-то, может быть, жарить, посмотрим. Либо дома, либо в парке каком-нибудь. Ну и, как всегда, традиционно, под шашлыки еще и пивко попивают все люди. В основном многие в парках, хотя на самом деле это запрещено. Ходят, штрафуют за это, но обычно большинство в парках пьет пиво, тихонечко все и так. Редко кого ловят. Во всяком случае, на моей памяти никого лично не поймали. Ни меня не поймали, ни других. Так что будем гулять, будем праздновать. Может, даже и в пятницу уже погуляем. А потом и в субботу, 4 числа. Вот что мы точно не будем делать, так это ехать поближе к Нью-Йорку и смотреть на салюты, потому что очень-очень-очень людно, очень много народу будет, как всегда. А потом в пробках придется стоять обратно точно, а скорее всего и по дороге туда же тоже. Там вообще на 4 июля даже в Бруклине, я не знаю, как им разрешают, видимо, так исключение делают, но машины паркуются там вдоль Белл-парка и даже на траве. И там все стоят, народ стоит и, значит, смотрит, лазеет на эти салюты. У нас, кстати, в городе салют будет 2 числа вечером. Ну, часто в мелких городах, в таких как наш, салюты устраивают там за день, за два до большого праздника, а большой праздник это уже обычно вот в городах покрупнее, ну и в очень крупных, таких как Нью-Йорк-Сити, таких как, может быть, и Джерси-Сити, я не знаю, ну, в общем, много где. А у нас вот мелкий такой праздник. Как видите, погода сегодня опять облачная, хотя с утра было солнце, но по прогнозу что-то здесь нам намечали, какой-то дождик. Но главное, на празднике будет нормально. Видео, кстати, снимается сегодня у нас вторник, на самом деле 30 июня, но, как вы знаете, многие мои там ролики часто снимаются задолго до того, как они попадают в эфир, так сказать. Вот, когда вы мне, конечно, там пишете, сними то, сними все на отдыхе, вы должны понимать, что на отдыхе не беру я с собой там компьютер, интернет. Поэтому все видео, которые вы видите с какого-нибудь отпуска, еще там откуда, это все уже, естественно, в прошлом.
осталось, то есть там пару дней, может недели, может даже пару недель назад все это происходило, поэтому просить меня там, допустим, о, покажи дом, что вы там сняли, это уже бесполезно, потому что мы уже давно вернулись и у нас давно все встало на свои места, обычная как бы рутинная жизнь, а видео потихоньку потом заливаются уже, когда есть на это время, как получается, ну и так далее и тому подобное. Хочу вам сказать, что мы снова побывали в музее Скрентона. Город Скрентон, штат Пенсильвания, это довольно известный город. Это один из первых городов вообще в Соединенных Штатах Америки, которые получили электрификацию, именно электрические трамваи, ну и заодно еще и фонари на улицах в том числе. Хотя насчет фонарей не уверен, может не первые, а вот трамваи первые в стране электрические пошли. А в городе Скрентон. Так что вот такие дела. Мы там немного снимали в музее. Поезда, некоторые действующие. Трамвайчик, который был 1932 года выпуска. На нем еще можно покататься. Что мы и сделали. Ну, все это будет... Все это будет в видео. Ну а сейчас я не буду тянуть видео, так как все равно оно получилось ни о чем. Праздники впереди, праздник к нам приходит. А мы продолжаем жить, веселиться и по-прежнему гулять. До свидания, господа.